Хей-хоу, ребятки, всем привет, с вами Борода, Total War Arena. Мы продолжаем прокачивать уровень нашего варвара. Так, мы играем опять-таки с Львом, друзья, если вы не забыли. Так, давайте-ка посмотрим, куда мы распределим свой отряд. Так. Что скажете? Что скажете? Хорошо, вот поставим здесь наши войска. Окей. Так, высадимся на холме, рядышком со львом. А, в принципе, ничего плохого в этом не вижу. Все будет окей. А, вот один союзник. Так, я что-то... А, вот, хорошо, вижу его отряды. Все окей. Так, движуем вперед для засвета. Так, хорошо, отправляемся отрядами... Мечников тоже вперед, но особо сильно не рвемся, ребят. А, с прошлых боев можно сделать вывод, что мы слишком рано идем в бой, а в итоге теряем много единиц. Так, хорошо, пошли. Сделаем, попробуем сделать хоть какой-нибудь засвет небольшой. Так, хорошо, есть. Так, засвет есть, засвет мы сделали, отлично. Так, отряды мечников подтаскиваем на этот фланг. Но никуда не спускаемся, не отправляемся, ничего. Вот, мы их поставим здесь на холме. Так, один отряд я поставлю сюда. Второй отряд я поставлю сюда. Если что, нас никто обойти не сможет. И в любой момент мы сможем их отсюда убрать. Так, хорошо, конница у меня стоит здесь. Конницу я поставлю немного вперед. А конница всегда сможет прикрыть наших ребят, и будет все окей. Так. А, продвигаю немного мечиков вперед. Здесь эти мечики стоят на засвете, чтобы никто не пробрался, не прокрался. И если что, вдруг мы всегда сможем на них рассчитывать. Так, конница врага. Так, держу конницу, держу. Так, хорошо, пошла задержка, отправляю врага, конницу убираю. Так, конницу увожу. Так, мечников увожу. Так, оставляем прикрытие на лучников. Так, мечников подтаскиваю. Давай. Так, конница. Так, конница держится, мечники идут в атаку, хорошо. Рубим. Так, конницу эту встречаем, пожалуй. Давай. Хорошо. А, кавалерию отправляю на вражеский отряд. Так, давайте-ка мы его разобьем быстренько. Так, чтобы он нам тут явно не мешал. Хорошо, надеемся, силы наши будут крепки. Так, Лёва отстреливает врага, который подходит вот с фланга. Так, тут отряды борются. А, здесь, надеюсь, все будет хорошо. Так. Давай. Мощный отряд мой мечников должен помочь и должен втащить. Хорошо, убрали, отлично, ребята. Продвигаемся дальше. Так, нужно заагрить. Так, хорошо, второй отряд сюда тоже нужно заагрить. Натиск. Больше натиска. Чем больше натиска, тем лучше. Сюда, давай. Вся сила, вся атака идет сюда. А конницу отправляем сюда вверх. Тут нужно прикрытие для КТД. Так, давай. Конницу я отправил вверх. А, так, тут кто-то попытался убежать. Не знаю, кто это, куда он бежит. Но никакого засвета для него у меня нету. Хорошо, конница должна справиться с этим отрядом. По крайней мере, я на это надеюсь. Так, давай, братцы. Должны порезать. Должны убить этот отряд, и будет все окей. Так, чтобы я по этому поводу больше не беспокоился. Спускаем мечников вниз. Хорошо, конница справилась с недоотрядом. Так, тихо. Мечники вниз, я говорю. Так, ускорение идет, хорошо. Конницу переключаем. Идем тоже вниз, но через этот фланг сюда спустим. Баталия идет на базе у врага. Так, я бы сюда помощь подогнал. Потому что вот отряд здесь и стоит. Я думаю, конница, если бы вовремя подошла, было бы очень даже неплохо. Так, хочу отряд сюда поднять. Так, конница. Давай. Конница должна просто обязана успеть, пока они не подтянулись к союзным войскам, потому что там просто жесть творится, ребят. Там творится реальная жесть. Так.
Давайте, ребятки, давай, конница моя любимая. Так. Мечника мы припаркуем пока что здесь. Конница добьет. Давай, вступаем в бой. Надеюсь, мы вынесем отряды. Тихо, тихо, тихо. Возвращаем обратно. Так, 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 так. Я хочу добрать эти отряды, чтобы они не сумели пробраться. И мы их не должны пустить к союзам, понимаете? К союзам я их не хочу пускать. Так. Хорошо, жду, пока стащатся все войска сюда. Мечники можно подводить вперед. Так. Ну что, мы, может быть, наконец-то добьем их или нет? Там одна калика осталась какая-то, и все, полководец их. Так, надо бы убрать. Так. Отряды лучников не вижу. Так, вот отряды лучников. Я бы хотел... Стоп, 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 стоп. Нужно постепенно. Так, я бы конницу завел. Слушай, если мне удастся... Так, тихо. Толпой лучше не лезть. Так, отводим, отводим, отводим назад. Тихо, тихо, тихо. Тихо. Что такое? Кому-то еще нужна где-то помощь, да, походу? Здесь отрядов очень много. Бля, убираем задницу свою. Утаскиваемся нахер отсюда. Уходим, 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 уходим. Давай, ускоряемся. Так, давай, 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 давай. Так, уходим, 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 уходим. Давай, бородушка. Должен убрать все свои отряды нахер отсюда. Так, вот, вижу, куда. Вижу, куда нужна помощь. Так. Так, 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 так. А вот этих лучников можно и разбить. Вот теперь вот этих лучников можно было бы разбить, ребят. Так. Тут натиск. Поехали. Давай, 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 друзья, давай. Нужно добивать отряды. Тихо, 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 тихо. Нет, мы боремся там. Мечники, 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 сюда. Нет, стоп, мечников стаскиваем к основным силам. Давай, 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 давай. Там у нас Левушка, Леве надо бы помочь. Было бы неплохо. Я плюю на свою конницу, и я попытаюсь помочь Льву. Так, чтобы нас все же не поддавили. Так. Ускоряемся, ребят, ускоряемся. Так. Давай сюда. Так, да-да-да-да-да, отлично. Все отряды, все силы сбиваем сюда, ребят. Просто разбиваем нахрен луков, чтобы они нам не морочили больше голову. Все силы я стащил сюда. Так. Конницу утаскиваю отсюда. А мечники, в принципе, разберутся. Отряд конницы должен спасти луков. Так, он их задержит по максимуму. Понятно, что это полная смерть, ребят. Давай, вперед, бойцы. Должны нанести максимальный урон и не дать никому выжить. Так, вперед. Используем мобилку. Давай, натиск. Так, второй отряд. Отряд конницы сюда, быстро. Отряд конницы. Давай, 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 давай. Разгром. Мне нужен чертов разгром. Сюда. С натиском, все сюда, давай, давай, давай. Мы должны добрать эти отряды, они должны быть нашими. Конницу я потерял, кавалерии у меня, считай, нету, но... Что поделаешь, ребят, это нормальная ситуация, это война, черт возьми, понимаете, это война. Здесь по-другому никак, давай, натиск. Натиск, 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 давай, 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 жирные ублюдки. Тащим свои жопы вперед, давай. Давай, 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 хорошо. Разворачиваем отряды, пошли дальше. Так, все отряды вперед. А, вроде как пока все нормально. Так, вот вижу вражеский отряд. Хорошо, ускоряемся. Фу, надо бы помочь отрядам лучника, ребят. Ну, блин, понимаете, вот я тут по сути один остался. Вокруг меня, да, лучники, это все круто. Но, ребят, это не дело. Вы сами понимаете, да? Вы сами понимаете, что мне это сложно в одиночку все это дело организовать. Реально сложно. Вот кто бы что ни говорил, но мне очень сложно. Так. Почти стащил свои войска. Так, я надеюсь, лучники по максимуму добьют их. Дабы я
не подставлялся под удар. Я потерял свою конницу окончательно, друзья. Так, конницы у меня нету. Так, ускоряемся. Давай, 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 давай. Должны догнать, должны. Жди, бро, мы поможем. Так. Давай, 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 давай. Давай еще и натиск. Хорошо, хрен с ним. Все, догнали. Догнали, 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 бро, давай. Все, перебиваем. Перебили, перебили, перебили. И лучники встретили. Хорошо. Так, они наши, друзья, отлично. Так, а в итоге мы вытащили преимущество, ребят. Очень даже неплохо, я вам скажу. Потому что мы были в минусе, теперь мы в плюсе по численности народа. А значит, что наш отряд, наш фланг вытаскивает всю каточку, и мы молодцы. Так, ускоряемся, натиск. Давай, добиваем, 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 добиваем. Хотелось бы полностью разобраться с этими засранцами. Надеюсь, у меня получится. Так, началась баталия. Мы вырезаем оставшиеся отряды. Так, ускоряемся, ускоряемся, ускоряемся. Я хочу их уничтожить. Отлично. Уничтожил. Так, обратил в бегство и уничтожил. Есть еще вражина, вижу. Так, стаскиваю войска сюда. Что у нас тут по базе? На базе у нас вроде бы вражины нету. Нигде с фланга захода тоже нету. Здесь сильные отряды лучников. Да. Вот это дерьмово. Попробую зайти с фланга. Не знаю, что из этого получится, но я попробую, друзья, серьезно. Остались считать только лучники. Если мы сейчас где-то что-то неправильно сделаем, то нам задница, ребят. Наша задача максимально хорошо отвлечь луков, дабы дамажили нас, а не их. Так, отводи, 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 отводим. Тихо. Я отойду в сторону немного, чтобы их пропустить. Хорошо. Так, 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 так. Аккуратно, 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 аккуратно. Пока что не вступаем в бой. Ждем. Так, идем, 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 идем. В атаку, ребят, в атаку. Ай-яй-яй-яй. Все, погнали. Раз, два. Натиск! Пошли. Надеюсь, мы разобьем этот отряд к чертям собачьим. Вступаем в бой. Это жесткая баталия, друзья. Только победа. Мне интересна и мне важна только победа. Поэтому прикрываю лучников, разбиваю вражеский отряд. Так, уходим. Хорошо, уходим на второй отряд. Этот отряд считай, что разбит, поэтому можно его оставить и переключиться на другой, иначе нас разобьют в пух и прах, понимаете? А я этого не хочу допустить. Натиск. Вперед. Вперед, 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 вперед. Давай, лучники, тащите. Я оставил вам вражину, чтобы вы меня там не добили. Таким образом, они не дамажат по мне, ребят, понимаете? И мы вытаскиваем всю катку. Мы молодцы. Так, этот отряд сюда. И должны, в принципе, разобраться. Должно хватить и там, и там. Так, да, отлично, победа. Так, тащим сюда, ребят. Можете меня поздравить, ребят. Борода затащил каточку. По-моему, очень даже неплохо. Хорошо, уходим дальше. Так, ведем свои отряды дальше. Так, где-то здесь должна быть вражина. И мы попытаемся ее найти. Вроде как Борода сыграл неплохо. Сделал все правильно. Если вам что-то не нравится, обязательно пишите об этом в комментариях. Если вам не нравится моя тактика, объясните, почему это так. Укажите на ошибки. Ну вот, по-моему, вот этот бой, по-моему, лучший бой за всю мою игру в Total War. Давай, 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 давай. Осталось ворваться сюда и все. Давай. Ребята, еще чуть-чуть. Но мы далеко, мы не успеем. Их добьет без нас, к сожалению. Эх, жаль, 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 жаль. Да, тут еще есть отряд. Отлично, нам хватит, друзья. Нам с вами будет этого достаточно. Мы успеем подтащить своих варваров и наказать вражеские войска. Хотел сказать союзные. Прикинь, наказать союзные войска. Хотя, мы можем. Мы с вами можем. Так. Давай, 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 успей. Хочу добрать. Вряд ли получится, но я попытаюсь. Все, это сделали без меня. Очень жаль. Но я был близок. Я был очень близок, ребята. Посмотрим, кто стал лучшим игроком. Так, КТД7. Благодаря мне, Левчик. Не забудь написать об этом в комментариях и сказать, что я реально красавчик. Я тебя спасал неоднократно. Ведь так, а?
Надеюсь, ты это будешь помнить. Ну что, посмотрим статистику, ребят. Повысить любого полководца до второго уровня. Отлично. Левел ап полководца, ребят. Так, получено достижение Танос. Убить 300 воинов противника. Хорошо. Так, травяной венок имеет максимальный вклад в игровой результат команды среди всех игроков. Это я. Понимаешь? Заработать максимальную награду в отличие от урона. Хорошо. Так, счет. Кто? А, это я, ребят, это я. Только почему я не стал лучшим игроком, я не понял. Потому что в топе стою, черт возьми, я. Я молодец. Вот люблю такие моменты, понимаете? Всем спасибо, друзья. С вами был Борода. Подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх. И до скорых встреч. Пока-пока.